ветвям, на зеленый пустырь, беззаветно любя, белокаменный плен, где туман выживал сизым хом говерен. Попросили написать отзыв о пребывании в Дании. Ну, мы там были, конечно, в дворце Гамлета. Первым делом мы поехали смотреть Гамлета. Больше нас ничего не интересовало. Хотя, как потом выяснилось, все бутики наши уже к этому времени обошли. А я восхищен был. Но стихотворение получилось очень странное. То есть я посмотрел на этот капитализм и... Получилось, хотя я не хотел никого обижать. Получилось стихотворение, которое вот сейчас я попытаюсь сыграть. Thank you.
Черт знает, знает, черт знает, знает.